Тофти! Привет, друзья, с вами Раш Налидзука, и мы продолжаем онлайн-турнир по игре Mortal Kombat. Сейчас у нас состоится четверть финала, и на арену выходит Фокс Грей и Али Гил. Сайракс, Саб-Зиро. Итак, у нас Кибер Саб-Зиро против Сайракса. Два робота, это же здорово. Посмотрим, у кого софт поновее. Раунд 1. Файт. Оба-на! Ни хрена себе резким оказался Сайракс. Али Гил. Вот это просто скорость, жесть. Он просто даже не стал ждать, пока противник пошевелится. Фокс Грей не так-то прост. Недаром он одолел Солид Снейка. Да, но, конечно, вот эти вот атаки с применением взрывчатки очень мощные у Али Гила. Итак, первый раунд за Али Гилом. Посмотрим, сможет ли Фокс Грей что-то нам показать во втором раунде. Али Гил просто не дает ему дышать. Так, нужно эту подсечку, видимо, ему почаще применять, скользящую. Хотя бы срабатывает. Противник особо не часто сидит в нижнем блоке. Так, сейчас у Фокса есть все шансы выиграть этот раунд. Молодец, красиво ушел. Попал, правда, в сетку. Угу. И против сетки. Итак, 1-1, друзья. Все-таки у нас, да, бойцы уже вышли, все техничные, выходят в четвертьфинал. И, соответственно, просто так никто бой не сдает. Очень редко и бой идет в одну калитку. Бойцу стоит привыкнуть к своему сопернику, и бой может развернуться в другую сторону абсолютно. Да, круто. Да, тут уже Сайраксу приходится рвать жопу, я бы сказал, чтобы не проиграть. Что он и делает? Он пытается рвать жопу Фоксу Грею. Точнее, Кибер Саб-Зиро. Ну, кто же у нас, кто же круче? И все-таки Фокс Грей оказался круче, друзья, хотя проиграл первый раунд. Итак, у нас фаталит сейчас намечается. Разрыв мозга, короче. Fatality. Итак, друзья, Фокс Грей выходит в полуфинал, а Али Гил с честью покидает наш турнир.